что, сейчас принесу. Чек из магазинчика, смешаю, сейчас. Дорогие друзья, чеки там было не очень хорошо, это видно. Так, сейчас здесь посмотрим. Ох, здесь так это написано, такая лента прямо, вот это присматриваться, всматриваться надо. Это у меня магазин из этого, из-за чек. То, что я покупала дезодорант. Это вот из магазинчика. Как я его показываю? Сейчас посмотрим, насколько тут мне зрение нужно лечить. Ох, а это вообще так мелко, здесь мелким шрифтом написано. Вот этот чек почитать, попробуйте его почитать. Ну да. Да, к сожалению. К сожалению, дорогие друзья, к сожалению. Такой блеклый чек. Ну что, посмотрим, может быть. Блеклый чек, ничего не видно. Лупа нужна, очки нужна. Ну что, посмотрим, может быть, на свету я это как бы здесь. А здесь что-то как-то вообще, как-то такая съемочка очень интересная. Ну что, ну давайте попробуем. 23.08.21 год. 17.15. Я сделала покупки. Да, здесь идет, знаете, немножко лента смазана, когда тут еще смазано. Ну хорошо, первая позиция 99 рублей. Это, наверное, рапсовое масло. Рапсовое масло я по 99. Так что вот. Следующая позиция идет 39. Здесь смазано, понимаете? Вот эта лента, вот эта вот часть смазана. Ну хорошо. Первая 99, потом идет. Или два раза 99 пробито. Или это 39? Нет, это 39. 39.99. Вот как это идет. 99, 39, потом идет там. По 59 икра. Три банки 179 рублей. Дальше идет опять 99. А это что такое за 99 еще покупала? Хорошо, одно это было рапсовое масло, а здесь 99. А, первое это две позиции. Сейчас посмотрим. Сейчас у меня мороженое растает. А, это перчатки. Перчатки идет, да? Перчатки первые идет. Две штуки по 49, 99. Первые идут перчатки два раза. Первая позиция перчатки два раза. Получается две пары перчаток, это 99 рублей. А вообще третья позиция, это три банки, три, в общем, это икра красная. Это, наверное, рапсовое масло. Что там дальше? 119, 119. А я вообще не поняла, 119, это что тут такое?
Так, что здесь такое за 119? Это получается 3 раза по 39. О, 3 раза по 39, это, скорее всего, 119 идет как раз за соевое мясо. Тогда вот это что будет у меня? По 39. Вторая позиция. Ну, хорошо. Здесь смазано. Ладно, это нашли мы. Так, это мы проверим. Потом идет 12. Что тут? Это батон, наверное, за 12. Дальше идет 49. По 49 я покупала майонез. 13 рублей. Это ладно. Здесь 39. Что за 39 у меня? Потом идет 5. 5 или что там? А, это сырки. В общем, 5. Потом 19. 19. Еще 6. В общем, здесь по мелочевке, это 18. Я вообще смотрела на эту штуку, на кассу смотрела, когда он пробивал. Угу. Здесь идет что тут такое? 50 с чем-то, 35 и 66. Итого 898 рублей. 898 рублей. Так. Значит, что? Позиция вторая. А, я еще бумажные салфетки по 39 покупала. Так, хорошо. Это персики 66 где-то. Когда я взвешивала, помню, что это 36, 39. Это что такое 39? Если это салфетки, то вот это 59. Это что? А, два раза лимонная неугомонная карамель. Так, а здесь одна позиция. Ну, в принципе, говорю, смазано. Вот особенно вот это вот, где что, вот эти вот идет такая вот штучка, смазана. Плюс зрение нужно лечить, поэтому, в общем, на самом деле, ну, вам показываю, может, вы тут разберетесь. Смотрите, показываю крупным вот этот вот. Может быть, на экране на этом крупно будет видно. Сейчас укрупним. Видно вам или смазано? Я потом сама даже посмотрю, видно это или смазано. Потому что чек-то, видите, я приближаю. Если так нельзя прочитать, то как тут можно прочитать? Вам показываю. Потом я сама тоже засмотрю крупным планом. Под увеличительным вот этим вот. Так что вот, ну ладно, вот я помогу. Ладно, давайте уже туда. Гранд ресторан, чайник уже скипел. Чайник скипел. Закрываю. Ох, красотень. Просто красотень. Здесь у меня тоже открыто, нужно закрыть. Чайничек скипел, сейчас буду мороженое кушать. Тело Салмана, сейчас буду кушать мороженое с чаем. Видео сейчас я это загружу, такие шот-шот делаю, шот-шот видео. Сейчас буду кушать мороженое, которое купила. Так, с вами я, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Чистая водичка. Так что вот. Ох, 10 минут позитивчика со мной. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин.
Ох, эти лимончики-неугомончики. Ох, эти лимончики-неугомончики.